Всем привет! Я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции, предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня хочу показать классную-прекрасную квартиру, которая приводит меня в восторг своей планировкой, своими видами, своими площадями. И это отличное сочетание площади, большой террасы, вида и цены и стадии готовности. Скажу, что это Арпач-Бахшиш и что это 2 плюс 2 с тремя санузлами с хорошим видом на ботанический сад и на море. Смотрим квартиру. Две квартиры на этаже, два лифта и лестница. С другой стороны есть пожарная лестница. И это вход в квартиру, восточная ориентация квартиры. Завершается строительство. Это будет шкаф в прихожей. Красивый зеркальный. Кухня. Кухня большая. Каменная столешница будет. Все разводки под газовый котел. Арпач-Бахшиш в перспективе газификации. Над раковиной. Как вы любите, будет окно с видом на море. И с кухни можно выйти на террасу. Терраса у нас огромная, 15 квадратных метров. Вот такая большая. И вот такая видовая. В реальности море видно гораздо ближе, гораздо больше. Все, что вы видите, оно не будет застроено. Вот этот вид гарантированно у вас останется. Но вокруг нас ведется строительство. И закроют те виды, которые и так мы не видим. Вот у нас Мерсин. Это одна большая стройка. Все районы строятся очень активно, и все районы активно покупаются. Это наш зал, большой, отдельный, с выводом под отопление. Французский балкон, много света, пол будет ламинат. Первый санузел гостевой. С раковиной и а-ля тюрка. По коридору общий санузел с раковиной, унитазом и душем, а также полотенцесушителем. Большая детская комната. Две кровати, шкаф, стол. Разместиться более чем просторно. Еще больше родительская спальня. Здесь у нас свой санузел с душем и раковиной. И остекленный балкон, место под стиральную машину, виды на горы, на бассейн, на тренажерный зал, который будет на нулевом этаже. И здесь наша гардеробная комната. До сюда здесь у нас будет выход на пожарную лестницу. Дверь открывается только изнутри. Большая квартира, 145 метров брутто. Восточной, северной и южной ориентации.
прекрасная квартира, чтобы любоваться видом на море уже после обеда. Все технические характеристики я всегда оставляю в инфобоксе под видео. Спасибо за просмотр этого видео, спасибо за ваши лайки и комментарии. Если у вас возникли вопросы, вы сможете со мной связаться по телефону WhatsApp. Телефон появляется где-то на экране, либо найдете в инфобоксе под видео. Берегите себя, приезжайте в Мерсин, буду рада с вами повидаться. Увидимся, пока-пока.